Прыёмна кампанія ў вышэйшыя навучальныя ўстановы стартавала ў Беларусі. З 12 ліпеня абітурыенты маюць магчымасць падаць дакументы для паступлення на бюджэтную і платную форму навучання ў любое ВНУ Украіны. У прыёмні гэты этап уступнай кампаніі 2024 пачаўся з самай высокай актыўнасцю. Толькі ў вядучую ВНУ рэгіёна Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы за першыя мінуты работы прыёмнай камісіі звярнуліся дзясяткі абітурыентаў. Ірына Юшкевіч прадоўжыць. Гэтыя маладыя людзі пасля грунтоўнай падрыхтоўкі і паспяховай здачы цэнтралізаваных экзаменаў адчуваюць сябе ўпэўнена. Таму мэтанакіравана прыйшлі падаваць дакументы ў Купалаўскі ўніверсітэт у дзень старту кампаніі ў першыя мінуты работы прыёмнай камісіі. Сярод абітурыентаў стубальніца Лізавета Ягорова, якая прыехала з Баранавіч і бачыць сябе студэнткай выключна юрыдычнага факультэта. У мяне 395 балаў, внушительная, наверное, цифра. Самый максимальный балл у меня был по обществоведению. Ну, к нему у меня просто душа лежит. Почему именно правоведение? Тут тоже, в принципе, такая же ситуация. Начал все мой дедушка, который поступил на эту специальность. Продолжил мама, тетя, ну и вот сейчас я. Еще старший брат у меня тоже учится именно на этой специальности, поэтому я решила не прерывать такую традицію і от пайці па стапах. Сярод тых, хто мэтанакіравана рухаецца да сваёй мэты, і Алег Лісоўскі, гродзенец паступае на фізіка-тэхнічны факультэт з цвёрдым намерам стаць самым паспяховым праграмістам. Я мечтаю быць самым крутым праграмістам. За мечтаю надо всю жизнь, як я думаю, стремиться к ней. Но в любом случае, студенческие годы – это время, ну, открывать себя. Не сталі адцягваць падачы дакументаў і тыя, хто абраў іншыя спецыяльнасці. У іх ліку патэнцыйныя журналісты і гісторыкі, якія мараць атрымаць студэнцкія білеты. А таксама прыхільнікі самага мужчынскага з факультэтаў – ваеннага. Я поступал в военное училище. Это все было не так торжественно. Ты прибываешь на КПП, тебя строгий наряд встречает. Так, ты кто такой? Вот хочу поступать. Значит, ну, проходи вон туда, сиди, жди здесь. Это тоже был жаркий июльский саратовский день. Температура так 37-38. И вот ребята со всей страны прибывают тогда, со всего огромного Советского Союза, знакомятся между собой, селят в казармах. И они, гражданские люди, их сразу, нас сразу ставят, как говорится, в строй. Вы попали в военную организацию, и шалтая-болтая здесь не будет. Сёлета студэнтамі Купалаўскага стануць больш за 2000 маладых людзей. Адметна, што ва ўніверсітэце працуе платформа, якая прызвана спрасціць працэс падачы дакументаў, лічбавая чарга і кабінет абітурыента. Рэсурс дапамагае вызначыцца з датай прыходу ва ўстанову. У далейшым у кабінет будзе дасылацца інфармацыя аб залічэнні, форме навучання і даце пачатку заняткаў. Хочу отметить, что новшеством этой приемной кампании является то, что у нас на 250 мест увеличен бюджетный набор. И 1329 человек мы будем принимать на бюджетные места в этом году. Я хочу отметить, что электронная очередь – это не новшество этого года. Уже два года мы создали так называемую программу, которая называется «Приемная комиссия под ключ». И наши абитуриенты приходят к нам не только по электронной очереди, они еще и приходят с уже выверенными документами. Мы делаем все максимально для того, чтобы создать такие хорошие, комфортные условия для абитуриентов, особенно в такую жару, и создать, ну как бы, чтобы чувство нервозности у них не было, чтобы подача документов в университет это был праздник. Среди новшеств таких, которые есть в этом году, хочу отметить увеличение набора на военный факультет. Хочу отметить возобновление специальностей, набора на специальности мировая экономика и финансы и кредит, которых не было. Мы очень активно реагируем и быстро реагируем на потребности региона. В прошлом году мы открыли специальность архитектура, увидели, что много заявок. Поэтому в этом году мы увеличили количество бюджетных мест на специальность архитектура. Поэтому из тех 57 специальностей, на которые мы проводим набор, абитуриенты, наши абитуриенты, найдут для себя те, которые они выбрали в качестве будущей профессии. Сегодня очередной этап стартует, это непосредственно подача документов для поступления в учреждение высшего образования. На всех этапах комитет осуществляет контроль, и когда проходил централизованный экзамен, централизованное тестирование, когда происходила подача на целевую подготовку. И надо отметить, что это все организовано, все в соответствии с законодательством, и
Самое главное, на что обращает Комитет государственного контроля, это на то, чтобы строго соблюдались те нормы, которые прописаны в законодательстве, а для всех абитуриентов были созданы равные, одинаковые условия. И основным критерием оставались знания. Вот. Если говорить о этого года кампании, она проходит так же, как и прошлые годы, организована. Никаких особых нарушений не выявлено, за исключением удаления одного учащегося во время написания централизованного экзамена. К сожалению, такие факты встречаются каждый год за использование запрещенных гаджетов. Вот. Других каких-то серьезных нарушений нет, но вместе с тем мы продолжаем контролировать, чтобы правильно осуществлялось зачисление абитуриентов, имеющих те или иные льготы, имеющих те или иные преимущества перед другими абитуриентами. Это тоже необходимо контролировать, чтобы обеспечить законность и строгое соблюдение тех норм, которые прописаны в законодательстве. Что тычется термина подачи документов у ВНУ, то на бюджет прием протягнется по 17 липеня. С 18 по 25 пройдут внутренние уступные испыты. Залечение на бюджетную форму навучания завершится 27 липеня. Прием документов на платную форму, який так само стартовал, протягнется до 1 жнивня. Залишение платников завершится 3 жнивня.